примерно такую. Она может другая получиться, может вообще не получиться. Не, ну принцип, знаешь, там уже опыт набиваешь, каждый свой. Да. Очень сухое, наверное. Угу. Для того, чтобы приклеить деревяшечку, такую объемненькую примазочку делаем. Вот она, тайна фишка. Я думаю, ну ясно, ну в целом. Да. Махмаклуку. Деревяшечку. Не хочет. Именно деревянную, а гипсовую можно? Мне кажется, она будет высыхать мгновенно. Гипсовую можно, только намного ближе надо. Это так и работает, это уже. Если небольшие работы, мы даже приспосабливались на обычных грамм-пластинках старых. Ух ты! Достаточно удобно, но небольшие. Большие не годится, а небольшие получается. В смысле, надо положить на круг? Сначала глину намазала, а потом пластиночку. Чтобы снимать потом легко? Ну да, то есть что ты можешь сразу ее хоп снял. А, то есть намазал, чтобы приклеить. Пластинку, потом можно можешь снять, изделие оставить, дорабатывать. Вдруг придется. Потом раз и все. И... Расцентровка уже началась. Класс, ты потом налетишь на центр, она будет как раз как надо. Я делаю, честно говоря, сильно сложные формы я не пробовала. Не делай высокую скорость, просто пониже, чтобы тебя не разбалтывало все. Я обычно так на кружечках останавливаюсь. В этой технике я имею в виду. Поднимаем. На центр не хватит. Дальше смещаем. Я, получается, смещаю обратно. Дальше на медленной скорости. Руки, получается, я закрепляю, чтобы они стояли, руки на месте, а изделие само крутится. То есть постараться, чтобы руки закрепились на месте. Ножки, где крепцентр? Нет, в смысле, я просто иногда еще... Плюс-минус. Допустим, мне не нравится иногда беременность, вот это вот, я его обратно возвращаю кружочек на место и чуть-чуть убираю снизу. Ну, мне не нравится, когда вот она так выпадает. Обращаю обратно и чуть-чуть убираю низ. Уже в центре опять обратно. И если нужно, чуть-чуть еще раз подтачиваю. Уже тоже в центре при возвращении. Ну, собственно говоря... Ну, в общем, да, если тут асимметрично, раз, и все, получается такая вот штука. Для кружки вообще роскошная. Ручка живенькая. Да. Ну вот, и все. Спасибо большое. Я просто все не понимала. Да. Единственный недостаток данной техники, когда продаешь такие кружки, люди думают, что ты не умеешь гончать. Артур, ты там на кружочке стоишь, да? Причем я сначала, когда садилась за эту технику, у меня вообще ничего не получалось, все ломалось. А потом у меня даже на смещенном центре получалось ровно. И надо немножко разучиться, потом садишься, опять все получилось. Тут я, видимо, давно не крутила, у меня получилось. То есть приспосабливаешься, на самом деле я поняла, как индийцы крутят на разболтанных кругах. Когда вот так вот. Просто приспосабливаешься к этому биению, и все, и ты держишь жестко руки, и все. Ну все, спасибо. 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 Только сели, да? Хорошо. Только прогрели фон.